Вот вы думаете, что? Памятник собаке. Марта. Собака. Вот так вот. Вот что вот. Пошли. Это кладбище домашних животных. В натуре. Так это... А ты потому что фильм не смотрела? Господи ж ты, боже мой. Рони. Еще Марта. Так животных. Да ё-моё. Боже ж ты. Господи. Блин. Боже мой. Вообще. Ё-моё. Котя. Лис по имени кот. Кот по имени Лис. Осторожно, дырки. Кассандра, Котя. Ничего себе. Ничего себе. Это все потому, что мы не с той стороны пошли. Ничего себе. Блин. Я просто впервые в жизни вижу кладбище домашних животных. Самое настоящее. Вон, видишь, Оскар. Охренеть. Я-то думала, что тут люди лежат. А тут вот как. Тут даже миска. Ой, мама. Мамочка. Кузя. Николай. Ой-ой-ой. Нет, ну мне искренне жаль всех этих бедных Рекс. Это не смешно, но просто есть фильм «Кладбище домашних животных». Туда, если кого-то приносили, этот кто-то обязательно... Кстати, да, она очень старая. Слушай, да, реально, они столько живут, но это очень много. Вот так вот, ребята. Оказывается, у нас тут есть кладбище домашних животных. Вот, просто фильм был очень хороший. Что тут Тайсон лежит, представляете? А ему вообще 12 лет. Хорошо. Вот так вот, кладбище домашних животных в Днепре. Животные лежат. Это все животные. Особенно вот то выглядит колоритно. Какой? Где? Там поставляют. Где? Кто сказал? Там, вон. Приехал дядя Глобу. Потому что кладбище было волшебное. Какой жирный, а? Вот такое вот у нас тут кладбище домашних животных. И свалка.